Одноразовый пароль 8378. Сейчас у меня вызов, что если вот вы успешно... Успешно подтвердили избиратели. Успешная верификация. Замечательно. Все нормально. Теперь вы будете сейчас непосредственно... Да. Точно будете, да? Точно. А, работает площадка... Так. Площадка на демократии 2 не работает, да? А она отсылка? То же самое. Если не работает, то опыт по-нашему, она не работает не будет. То есть, если вы хотите проблему. Опять? Видите, не проходит. А проверьте остальные площадки. Ой, Виктория, на демократии заблокировано. Меня чуть-чуть проходит. Сейчас, подождите. Обычно у нас, как правило, если не работает нигде, то не проходит нигде. Сейчас мы спасем, как у девочки. Если им сейчас удастся у кого-то проголосовать, значит, они сейчас как-то другое решение. А я боюсь, что нет. Попробуйте пока ТВК 2012, я не знаю, где там еще проходит. Дело в том, что вот те ссылки, по которым я перехожу, это, скажем так, ТВК на такие ссылки непосредственно сейчас на ВК выдал для организации голосования. Можно чего угодно пытаться делать, если не проходит здесь, а не проходит на где. То есть пока все, да? Пока положено, да. Понятно, все хорошо, будем готовить следующий РВК. Но я уже верифицирован, да? Да, вы верифицированы, то есть это означает, как только все заработает, вы можете проголосовать где угодно. Дома, по своему идентификатору, в любом РВК, на Трубной, на митинге сегодня. Самое главное, чтобы все это опять вот восстановилось. Потому что видите, как нормально все шло с утра, а сейчас опять проблема. Понятно. Спасибо. Все, все хорошо. Все нормально.